готовлю завтрак. Яичница у меня почти что на воде. Налила воды, немного оливкового масла. Не жарю, просто так вот. Домашние яйца. Запотела. Кстати, всем привет. Салат режу. Опять нарвала кучу зелени. Прям кучу. Руккола, как всегда, петрушка кучерявая. Вот уже тут нарезала зеленый лук. Сейчас огурец добавлю. Луковица еще. Ну да, у меня лук поштучно. Я рада, что он есть. Ну, руккола. А, щавель еще нарвала немножко. Салат добавлю. Зелень. Сплошная зелень. Огурчик добавила, морковку. Остальное пусть полежит в холодильнике. Сейчас сюда немножко стевии добавлю. БТБ покупал. Вот так. Я люблю салат со сладинкой. Соль немного. И яблочный уксус. Масло тмина? Да. Ну давай. Чуть-чуть. Так. Из Египта. Ну да, попробуем масло. Воду горячую включите там, пожалуйста. Я не знаю, масло черного тмина, оно вообще съедобное или нет, кто знает. Но чуть-чуть, Максим, пару капелек хватит для пиканта. Оно ложечкой. Оно очень дорогое, это масло, так что остальное будет оливковое. Вот ну чуть-чуть. Это же из Египта. Ну да. Из египетского тмина. Угу. Мы его забыли на родине, а Эдик ездил, привез. Так что вот так вот. Так, и вот такого масла оливкового добавила немножко. Так, завтрак мой готов. Два яйца на воде с оливковым маслом. Салат, руккола, огурец, морковка, лук. Огурец свежий, но немножко для пиканта. Петрушка кучерявая, такой салатик, заправленный оливковым маслом, вы видели чем. Киви, грецкий орех, вымоченный в воде, мокрый, потом я буду еще сдирать эту шкурочку, я ее не люблю. Хлеб черный и компотики сухофруктов из сушеных яблок. Всем приятного аппетита. Соль на всякий случай, потому что у меня не соленая, все считай. Опа! Всем привет! 5 апреля. Мы с Бандерасом встретились. Ой, пчелы гудут. Бандерас, скажи всем привет. Нет. Я иду на огород. Хочу нарвать щавля. И сварить зеленый борщ. Первый зеленый борщ. Чувствую. Этих борщей будет много. Ну, щавель не такой уж и полезный, чтобы его прям килограммами есть. Но когда немножко, то полезный. Да, Бандерас? Да? Осторожно. Ой, солнце сегодня. Ну, ветерок прохладненький такой. Такой. Ну и хорошо. Ну и хорошо. Еще рано быть в жаре. Не надо. Ой, солнышко. Без очков нельзя. Невозможно просто. Эдик собирается сжечь траву. А ветер-то, Эдик, сюда, в эту сторону. Да. Туда он ветер. Угу. Ну, куча небольшая, она быстро сгорит. Вон, видишь, аж... Ну, он туда-сюда. Ой, сейчас нарву щавля. Это хоть сейчас погода хорошая. Лето жду в страхе. В страхе. Не знаю, как пережить лето.
Чтоб пусто. Симочки горбузёвские. Бандерас, пошел, пошел. Пошел. Бандерас, иди сюда. Пошел. В хату, наверное, мылится. Надо пойти закрыть хату дверь, потому что там курочка лежит. А он ее съест. Курочку. Смотрите, какая медуница. Медуница. Поле просто. Очень полезная травка. Яснотка пурпурная. Ой, пчелы довольные. Жужжут. Жужжат. Класс. Ой, пчелки. Да. Собирают майский медик. Все. Эдик сделал поджигание. Ветер куда-то понесся на соседей. Сейчас соседи ему дадут. О, Эдик, надо повернуть как-то, поколыхать. Как раз? Ну вот как раз не туда пошло. Ай-яй-яй-яй-яй. О, слава богу, отнесло в сторону. Вовремя отнесло в сторону. О! Ну, сейчас оно быстренько. Шесть там бубны, тетка. Да, шесть там бубу. Бу-бу-бу. Здравствуйте. Да я смотрю, вроде не на вас. Да-да. Не-не-не. Вы как полыла, я смотрю, дым идет куда надо, туда, на посадку. Класс. Тепленько возле костерка. Хоть мусор по полытке. Здрасте. Ты не боишься 3000, нет? Боится. Боюсь. А вы? Я боюсь. Как у меня тетка там где-то наступалась? Да я бачу, тим уже не йде сейчас. Нема. А какой... Ну там ветки, вони так сирі і плохо горять. Ну а ти сухий, він раз. А в тебе таке? Ти його... Та травка. Ну, це оно круте. Крутий вітер. Вітер крутий, так. Да. У мене вже воно, наверное, не горить. Я його ніяк не спалю. Там гілки сирі цей годішні. І це. Оце ще осталося отут мені згребти. Бачиш? А то ж я все повибивала. Думала... Та треба витяпувати от це от. Думала, помощь буде, ніякої помощі. О, так я сама граблями, ну тут трошки осталося, то як це? А що ти будеш витяпувати? Та що, кущики оці зелені, щоб не зацвіли. Так а це вас, ти що сіяла, чи трава? Чи... Оце, це сама сіяна рукала, трава, салат ділати можна. Це салат. Ага, а я думаю, що це... Я вже їм. А це в тебе щавель, да? А це щавель, вам надо? Надо. Беріть. Ну, візьму, прийди. Да, нарвіть. Я зараз теж буду рвати на борщ. Щавель. Ну, да, на борщ зараз буду варити. А може тобі капустинки дати? Ні, у мене капуста є. Є. Да. Угу. Є. Вяне лежить. Ну, тож і в мене. Ну, куплена, ну, це. Є ж на... Так і в мене куплена. Є ж надо, це. А своя... У мене була, вона пішла отак у головку.
виросла. І пізня капуста. Це вже в на храненні виросла. Так, да. Оті качани, от така капуста. Ну, тож, да. Так що за щавлем приходьте. Хорошо, пасік. Ідемо зі мною, я тобі покажу, де ти згребеш. Поки ти зграблями. А тобі не грати разів два трактором перейти. Не мороти там. А це купа, дивіться. А це Андрей тобі пройде. Ну, що ти гривень купа? Ну, а ти дивися, оце зроби отак. Тут кутка буде, тут. Тепер не махатися буде. Ну, да, все нормально, 70 рублей сотка. Ну, 2 сотки, то есть 140. Трактор. Повела тетка Эдика щось там згрібать. У Эдика сьогодні 140 давлення. Ой! Ой, ой, на сусідів понесло, понесло. Уносись, уходи. Туди, в поля, в поля. О, уносить, уносить. Правильно. Да. Что-то там. Что-то там подстреливает. Угу. Да, тетка агитирует, чтобы трактор нам вскопал это все. Ну, не все тут, трошки осталось. Пол огорода. Да, тракторец. Понесло. Ну, хорошо. Куда надо, туда и понесло. Блин, солнце печет, капец, он уже лоб, наверное, сгорел. Это ж морщины будут, надо текать, текать. Так, где наш Бандерас? А, вон он лежит. А то думаю, муж уже в кухню пошел, то есть в хату. Не, на улице. Под яблонькой обитает. Греется на солнышке. Вон у нас такой товарищ. А у тетки, видите, щавля нету. Странно. А у меня есть. Я не люблю. Фух. Опа. Как вам мой букетик? Ой, цибулька пахнет, лучок. Класс, класс. Птички. Еще одна бежит.
толстуха. Толстуха, ты такая расчесанная. Летом была такая косматая, упитанная. Видать, сейчас... О, гляньте, куда идет. Кс-кс-кс-кс. Куда пошла? Что ты? Это жена Бандераса. Упитанная такая. Лохматая. Видать, вся еда тебе достается, да? Бандерас у нас почти все время на иждивении. И теперь ты... Ну, она не такая упитанная, как шерстяная. Пошла. Она, наверное, беременная. Она пузатая кошка. У нее котята скоро будут. У кошки, наверное, котята будут скоро. Толстая. Бандерас, твои дела. Пушистая. Еще и пушистая. Мне непонятно. Бандерас, папа. Папа Бандерас. А может, и не Бандерас. Неизвестно, кто там. Спряталась в домик. Забежала. Там стол сохнет. Он пошла, пошла к себе на территорию. Бандерас не собирается к себе на территорию. Он лучше на солнышке поваляется. А вы там? Куда пошла в сарай? Брысь! Кс-кс-кс-кс. А ну брысь оттуда! А? В сарай пошла. А она всегда в гараж бежит, в сарай, мышей может. Любительница. Там и ой, какая абрикоса! Как она цветет красиво! Мышь. Как же жалко, что ну, не будет. Еще до сих пор под, ну, подлипал. Абрикос. Так, на, этот, на солнце поставил, и высыхает. Ну что это, Эдик, абрикос нету. Не шо будет. Ж... Да ну, ну не будет, Эдик. Ее ж никто не лечил с прошлого года. То так оно обсыпется все и все на то. И пчелы гудят. Пчелы опыляют. Ну толку с того. Так, ну что, поможешь мне продержать-то, примерить? Выяснить, где. Где пчел будет, чтобы сидеть нормально. Иди, как-то ты помазюкал? Это не я мазюкал. А, не ты, да? Я его просил, но в темноте там, ну, свет включал. Я же ему говорил, и так мажь, и так мажь. Угу. А он жирно, видать, сильно намазал, но было быстро-быстро ну, одним слоем. И он посередине жирный, а тут он не высохло. Угу. И поэтому вот разводы такие. Ну ладно. Так еще ж один раз покрасится. Да. Еще раз. Так мажьте уже сейчас. Что, нельзя? Мне померить надо. Кого мажьте сейчас? Померить? Что тебе? Тебе надо. Я говорю. Грубиян. Хам. Мне помогать надо, а не снимать. Помогать у тебя есть помощник, а мне надо борщ варить. Все. Ой, так там втроем держать надо. Угу. Ну вот когда надо будет, тогда и надо. Так сейчас я все приготовил, жду. Ага. Некому помочь. Ну значит сделай перерыв. У тебя давление 140, так что отдыхай. Лучше я сейчас пойду свои семена морковные полью. Полью. Полью семена. Ой. Ой. Сейчас и семена все вымою тут. Это непредвиденная работа. Вот она говорит, вот так попал бы он. Слышишь? Да. Трактором. Да. И все, вот так, покуда тебе надо. Ой. Так что, договариваться или надо? Ну, будет с кем, договаривайся. Нет, не на то, что сразу, или тогда звать тебе. Ну что, получается? Работа. Ты же не хотела.
Мне тут написали, что любят смотреть, когда кто-то работает. Ну, я и решила. Ага. Думаю, наверное, это понравится. Рите, привет. Конечно, ямки надо выкапывать и цементировать, бетонировать. Оно тогда и точнее вставляется в тех ямках, а это так. Ну, мы же временные переселенцы. У нас все временно. У нас все временно, а потом люди пусть как хотят, да? А можно потом забетонировать? А, это надо наливать цемент в ямку. Можно забетонировать, подковырять ямки вокруг, да, угу. И заделать. То есть чепуха. Ну, ясно. Но дело в том, что поставить надо как можно ровнее. Что ты с него? Работай давай. Там расселся. Держал ровненько. Ну, жди вот, тогда. Она болтается. Жди, сейчас все заняты. И балдичку подкладывать вот здесь надо. Пить по ней. Сейчас все заняты. Угу. Поэтому дальше я буду пить. Надо вдвоем поддерживать. Ну и все. Я опоздала. Да ничего не опоздала, еще все впереди. Ты же видишь, уже осталось чуть-чуть. Сколько тут еще? 10 сантиметров. Угу. И все. Да. Да какие там 10? Там 20. Да нет, 20. Зачем 20? Ну вот, стол. 10 сантиметров еще забить осталось. Вот стол. Ну ладно. Куда же еще ниже? Угу. Вот 10 сантиметров осталось забить. Я же хочу сделать вот здесь землю по бокам вот так просто анкера заделать и приварить. Ну, забью пруты шипами в стороны, приварю и будет оно держаться. И не надо цементировать. Прекрасно. Ну это ж опять все время. Куда тебе спешить? Пенсионер-переселенец. Надо кому-то держать балдичку. Ну жди, жди. Поддерживать стол. Я всем скажу. И что он тебе скажет? Теперь никто не дізнається. Вороття немає. Убеждать в последнее время плохое. Плохое что, мнение? Мысли. А, плохие мысли. Угу. Ой, мысли. Так что? Вот он ее закопал? Ну да. Чего я ночую укрытием, а? Вона спит. Вона жива! Тепер вы не можете меня покарать. Омере Сімпсон, за спробу вбивства і знущання з тварин я засуджую вас на 200 годин соціально корисної праці. А мене залишили без допомоги. Без допомоги. Oh, yeah. Поверніть мені мою допомогу. Вот так держи. Я имею в виду. Зачем? Дергай. Да я ставлю. Что-то я скачу. Полдня. Скачу. Никак этот борщ не сварю. То туда побежать, то сюда побежать. Как вам? Щавлик, лучок зелененький, сочный. Хрустящий такой. Щавлик. Слышите, какой хрустящий прям? Вот это щавель. Жалко, что его нельзя много есть. Он в больших количествах не рекомендуется. Он полезный в небольших количествах. Так. Бульон сварила куриный. Бандерас, ты скучаешь? Он тоже курочки покушал. Мяско, да? Мяско покушал. Пахнет, да? Пахнет. Резала мясо.
куриное отварное. Он и сырое ел, и отварное ел. Повезло тебе сегодня, Бандерас.